аударыңыздар. На одном поле со звездами казахстанского футбола Аким Шымкент Агабит Сездыкбеков отдает пас президенту футбольного клуба Ордабасы. А право забить первый гол в новые ворота предоставляют юным футболистам. Раньше здесь нельзя было играть. Сейчас, видите сами, отличное покрытие. Все сделали как надо. Для молодых игроков Шымкента футбол – один из любимых видов спорта. Поэтому появление профессиональной площадки здесь ждали особенно. Новое футбольное поле отреставрировали на спонсорские средства для полноценной подготовки футболистов к чемпионатам. Спасибо всем, кто причастен к этому событию. Мы рады, что наши футболисты смогут здесь тренироваться. Каждый желающий, независимо от возраста и подготовки, сможет здесь тренироваться. Для этого нужно обратиться в управление спортом.